Перехватывают шайбу гости. Норман направо, там О'Нил. Катичев его преследует. О'Нил проехал за воротами. Пас на синюю линию в направлении Гранта. Там был небольшой рикошет. А вот здесь еще опасный момент. И Ордио спасает сейчас. Витязь от третьей пропущенной шайбы, потому что у Йоэнсу было все для того, чтобы забить. Но вот смотрите, снова начало периода. И снова Витязь позволяет Йокериту вот так хозяйничать у своих ворот. Вот сначала Йоэнсу подставил клюшку, потом подскочившей шайбе также пытался сыграть, но все это Вортио.